Приветствую, друзья! С вами Садриддин. Сегодня я хочу заняться таким неординарным делом в порядке и эксперимента, и для необходимости. Вот у меня картина «Водяные лилии», которую я написал по мотивам Клода Моне. Я написал эту картину, не натягивая на подрамник, а просто обвернув ДВП. Картина была завершена 22 февраля. Я ее просушил, и сейчас она уже не пристает. Поэтому я хочу... Она у меня подписана. С обратной стороны тоже подпишу, чтобы, как говорится, закрепить свое авторство. И для этого я воспользуюсь вот таким маркером из масляной краски. Здесь уже я просто напишу небрежно, но чтобы было понятно и разборчиво. Садриддин Мухиддинов. Второго. Вот, подписал. Как говорится, укрепил свое авторство. Да, напишу «артист». Артист Садриддин Мухиддинов, Нью-Йорк, 2 февраля 2020 года. Как говорится, пиши, бумага все терпит. Точно так же можно сказать, пиши, холст все терпит. Поэтому я еще и на этом углу хочу поставить свою подпись. Я недавно усовершенствовал подпись, которую я ставлю спереди на лицевой стороне картины. Здесь у меня другая подпись стоит на лицевой стороне. Поэтому я хочу эту усовершенствованную подпись поставить и здесь. Вот так я закрепил свое авторство. Теперь продолжаем следующий процесс. Следующее, что я буду делать, я хочу его по краям немного прогладить, разгладить эти морщины. Гладить. Я видел, что реставраторы гладят картины, старые картины, когда они очищают хорошенько и проглаживают, разглаживают. Картина написана маслом. Попробую, чтобы убедиться, что в дальнейшем я тоже могу спокойно гладить или нельзя гладить. Но ради эксперимента, как говорится, чтобы убедиться, можно.
идти на некоторые жертвы, но я думаю, жертвы не будет, а будет только опыт положительный. Поэтому я сейчас картину отложу, постелю полотенце на стол. Сначала чуточку попробуем с краю, чтобы не навредить. Вроде бы нормально. Итак, протираем влажным полотенцем, салфеткой. Я специально не пользуюсь пульверизатором, разбрызгивателем, чтобы не переборщить с влагой. А вот так вот протираю влажной тряпкой. Слегка пройдемся по всей картине. Ну, пожалуй, все. Опа. Неплохо. Вот она. Как вам? Теперь картину можно аккуратно свернуть в рулон, когда он хорошо просохнет, влага уйдет полностью. Свернуть в рулон, уложить в футляр, такую тонкую пластиковую трубку, и отправлять новому хозяину. Вот, я убедился, что реставраторы как делают, это очень самый лучший, как говорится, прием. Я этим воспользовался. Картина у меня теперь ровная, гладкая получилась. Морщин никаких нет. Вот, опыт приобрели. И дай бог, картину не испортили. Думаю, пока на этом все. Благодарю за участие.